Александр Северов представляет. Здравствуйте, это снова я. Сегодня хотел бы представить две накладочки для пятого тача, то есть вот для этого плеера. Первая у нас будет вот такая вот. Это ретро-стиль. Вот она идеально подходит. Вторая вот такая. Тоже ретро. Позже придет еще с немецким флагом, тоже в ретро-стиле. Вот. Но пока что она еще не дошла. Поэтому я вам покажу только вот эти две. Вот, решил я их записать как одно, чтобы, ну, не делать много, потому что потом это еще залить надо. Вот, ну давайте, что ж, давайте проверим вообще, как подходит, все такое. Пишите в комментах, если хотели бы узнать, где я их купил. Вот, купил я их недорого, очень недорого, если сравнивать с российскими ценами. Так, снимаем мою старую, вот она вот такая, от пятого айфона. Обзор ее вы видели уже, откладываем. Ну и первую для тестирования мы возьмем вот эту. Это будет американский флаг. Сейчас мы их откроем. Так, вот. Так, что это? Это у нас типа такой буклетик. Ну или даже не буклетик, не знаю. Просто картинка. Так. Отклеиваем уже на этот раз вот эту. Я ее наклеил специально, потому что у меня накладка была задняя от пятого айфона, и поэтому вот так он брыкал. Вот. Теперь ее можно снять. Как вы видите, задняя поверхность просто в идеальном состоянии. Вот. Сейчас. Так. Вот так, вот так. И вот так. Вот, идеально просто подошла, суперски. Еще немножко из-за того, что он розовенький, он сливается так. Что, в принципе, удобно. Она такая гладенькая, правда вот... А, вот, все, кнопочки тоже нормально встали. Все. И теперь чувствуется, что он тонкий, в отличие от айфона, где он такой, как угловатый такой был. Вот. Давайте теперь проверим вторую, которая с британским флагом. Так, вот это я не знаю, как снимать. А, вот. Так, так. Оп. Все, так. Вот. Это у нас было с американским флагом. Теперь смотрим с британским. Так, здесь у нас такой же вкладыш. Скорее всего, кстати, рекламный National Park. Вот видите, National Geographic. Вот. Тоже довольно-таки... Да, вот идеально сели, конечно, оба причем. И недорого, самое главное. Не то, что у нас тут в России. Вот здесь еще хорошо вот белая штучка такая, то есть как бы так продляет рамочку. Мне понравилось тоже. Ну что, классно. И недорого, самое главное. Вот такие вот две я заказал. Потом еще будет немецкий. Что ж, до скорой встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комменты то, что хотели бы увидеть обзор, я его обязательно сделаю. Кстати, здесь у нас получается такое покрытие, как бы глянцевое, такое гладенькое. Здесь оно уже такое шершавое, но пластик плотный такой. То есть не сказать, что она сломается быстро. Вот. Пока!